На Брянском машиностроительном заводе из пионерской стали делают тепловозы. Сейчас готовится к выпуску 500-й локомотив. В день его сдачи на завод прибыли пионеры из 7 городов. Принимает тепловоз делегат 18-го съезда комсомола, машинист БАМа Александр Козлов. Он рассказал ребятам о том, как живут и работают строители, какими успехами встречают комсомольский съезд. Пионерский тепловоз отправляется на Байкало-Амурскую магистраль.